Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видео обзор на вот такие вот тарталетки от Кухмастер, абрикосовые. Купила я их в Пятерочке за 44 рубля, может быть, наверное, акция была, не знаю. Вот, были еще с клубникой, я взяла с абрикосом. Так, посмотрим. 240 грамм. Даже не 250, а 240. Состав будет в конце ролика, фотографии на него. Не будем смотреть. Так, возьмем наши ножнички, чтобы не сильно не шуршать. И посмотрим. Давайте так, вы сейчас, наверное, мне в комментариях напишите, как думаете, они выглядят точно так же, как на картинке, или нет. А я тем временем буду немножечко открывать. Потихоньку. Пишите, пишите. Потому что сколько мы с вами уже... Я уже делала вместе с вами обзоров. И чтобы выглядело точно так же, как на картинке, на обложке, очень редкость. Большая, к сожалению, в наше время. Вот, я надеюсь, вы написали. Пару секунд я вам дала. И будем смотреть. Немножечко вам это отсвечивает. А, ну вот так видно, да, какие они. А, и они совсем другие. Да, они совсем другие. Тут видно, что внутри, то есть варенье или джем, наверное, скорее всего, это джем, оно внутри, и сверху вот видно то, что, ну, как внутри, короче, видно. Здесь же то они тоже должны были быть внутри, но ощущение, как будто сюда положили какой-то растерзанный абрикос, ну, как взяли половинку абрикоса, из него там мякоть вынули и положили сюда. То есть он, видно, что он такой вот полукруглый там. Они пахнут ароматно очень. Вот, ну, на вид, конечно, другие. Неаккуратные, кстати, сделаны вот они. Здесь они такие аккуратненькие, красивенькие, старались, видимо, делать. Давайте сейчас я возьму тарелочку, и мы сейчас все их посмотрим. И заодно с вами посчитаем, сколько их тут штук. Оставлю пока эту упаковку, чтобы вы сравнивали. А, кто написал, что нет, не похоже? Вы правы, как всегда. Вот они очень такие тоненькие, прям тонюсенькие. Вот такая вон здесь видно, прям явная. Свет как бы сделать. Вот, видите, то, что здесь бортик такой есть. Она немножечко липнет. Ну, в принципе, могли бы они, кстати, и побольше положить, потому что тут ямочка есть для нее, как бы тут видно, что много лежит, а тут вот что-то непонятное какое-то, что-то непонятное, неаккуратное. На стол, конечно, я бы, наверное, не подала. А, если бы, конечно, подруга пришла, может быть, еще что-то. Так, это у нас получается в одной штучке, в одной такой 4 штучки. Ой, вообще некрасивая. Всегда же хочется на стол подать что-то красивое, правильно? Правильно. Только интересно, он снимается? Ну, даже он отрывается немножко. Ну, в принципе, да, они все вот такие вот. Все некрасивые такие. Ладно, остальные не будем смотреть. Так, 4.
Получается у нас 12 штук. Ну, как раз на компанию. Такая она страшненькая. Давайте вот тут покажу. Даже вот отламывается. Сладкое такое тесто. Не знаю, наверное, песочное. Отрываться она не особо хочет. Такое сладкое, приятное, мягенькое. Сейчас попробую одинокий. Абрикос тут или нет. Ну, такое немножко резиновое. Ну, хотя жуется хорошо. На вкус. Да, есть немножко абрикос. Немножечко совсем чувствуется. И попробуем, давайте ее полностью вместе с абрикосом. Хотя, конечно, его здесь мало, могли бы добавить побольше. Ну, конечно, абрикосы здесь чувствуются совсем чуть-чуть. Больше чувствуется самой печеньки. Хотя мне, когда я покупала, мне хотелось увидеть точно такое же, что тут будет много абрикоса. Но тут прям чуть-чуть его. Видимо, намазали, оно высохло. И все, и отправили. Не знаю, мне кажется, может быть, даже его намазали и сразу положили сюда, в надежде, что оно высохнет, точно таким же будет. А пока оно ехало, может, оно разлилось вот так прям и высохло. Не знаю, хотя в упаковке высохнуть не знаю как. Не знаю, почему так получилось. Ну, видимо, кстати, и поэтому оно стоит довольно дешево, всего 44 рубля. Вот, когда я увидела, конечно, мне сразу захотелось. Думаю, надо же, так дешево. Вот, может быть, потому что еще новенькое. Не все знают. Вот, зато теперь все видели, какая она. Тут даже козявки эти вот остались. Видимо, его через шприц друг дружке там подклеивали. Наверное, сначала кружочек вот, а от нее как-то вот каким-то вот таким способом непонятным. Довольно мягенько. Вот оно ломается. Съесть, допустим, что половинку раскрошишься, перекрошишься, и соседей испачкаешь. Ну, зато мягкое. Мягенькое такое, хрустященькое. Нет, не хрустящее, такое мягкое. Его не отломаешь, это плохо, это минус. Тут единственное, если его вот так вот полностью вот класть в рот и жевать, потому что, ну, оно не ломается. Хочется отломить вместе с абрикосом, но это сложно. Перепачкаешься вся. Короче, кухмастер пожалел начинки для печенек, для нас, людей, с вами. Не знаю, клубничная, мне кажется, будет точно такая же. Наверное, нет смысла покупать ее.
попробовать. Вы напишите в комментарии, хотите ли вы посмотреть такие же тарталеточки клубничные. Если хотите, тогда я куплю. Давайте даже, наверное, сделаем так. Если вы хотите посмотреть тарталетки с клубникой, давайте наберем 10 лайков, 10 пальцев вверх. И тогда выходит следующий обзор на клубничный. Тогда я пойму, что вам действительно это интересно, вы хотите посмотреть. Потому что писать в комментарии не каждый пишет. А поставить палец вверх — это проще. Набираем 10 штук. И выходит следующий. Так. Ну, в принципе, это все на сегодня. Напишите, какие были у вас. Может быть, у вас были другие. Ну, честно говоря, меня они очень расстроили. В принципе, можно, конечно, купить. Купить джем также абрикосовый. Просто сверху уже есть ямочка. Сверху положить его и, пожалуйста, есть. Наслаждаться. Наверное, мне кажется, такой вариант будет лучше. Но это, опять же, отдельно покупать, отдельно накладывать. Можно отдельно также, ну, наложить, подождать, пока чуть-чуть подсохнет. Ну, в таком случае уже проще приготовить самим. И состав будет гораздо лучше, без Е-добавок и всякой химии. Также сделать песочное печенье. Ну, конечно, может быть, оно у вас не такое вот красивое. Вернее, не такое получится красивое, получится типа вот что-то такого или что-то другое. Но, тем не менее, это будет свое. Также мы можем с вами сами приготовить такие дома. Рецепт может выйти. Если, в принципе, вы можете написать тогда в комментариях «хочу рецепт». Или «хочу...» Нет, давайте так. «Хочу приготовить вместе с вами». Давайте так вот выйдет в комментариях. Кому это действительно нужно, вы напишите. И тогда мы сможем с вами дома приготовить, потому что я знаю, как это готовится, я знаю, что я смогу, и это будет для меня интересно. Ну и для вас, конечно, тоже. К тому же уже скоро приедет моя кухонка, и мы начнем с вами готовить. Вот, на сегодня это все. По-моему, я сказала все, что хотела. С вами был канал ArtMoney, подписывайтесь, ставьте лайки, мы с вами набираем 10 лайков, насколько я помню, чтобы у нас вышла другая такая же пачечка с клубничным джемом или там вот, что у них там. Наверное, джем — это клубничный будет там, потому что он прозрачный. Ну и всем пока-пока!